M1 Global presents. Завершился турнир M1 Challenge 65, и с нами Александр Шлеменко. Александр, а вот такой вопрос. Теперь до вашего боя 17 июня остается чуть больше 2 месяцев. Как планируете провести подготовку по времени, когда ее начать и как провести? Начать мне ее прямо сейчас будет чуть-чуть сложновато, потому что я готовлю Андрея Корешкова, своего ученика, к своему важному бою. И поэтому буду как-то стараться совмещать. Завтра я улечу в Америку. Там буду немного заниматься. Потом прилечу в Омск и буду уже конкретно готовиться уже на Рамазан. Вот у вас на веке заметны следы шва. Это тоже часть подготовки, которая была с Андреем? Нет, не с Андреем. Это так получилось, рабочий момент. Вы как оцените общий уровень турнира, который прошел в Петербурге? То есть это и новая арена, и зрители? Все выше и выше я оцениваю уровни, особенно турниры вот М1. Получается сделать, но видно, что люди стали больше вкладываться в это. И это сразу видно, это сразу заметно. Сразу и престиж, и вообще зрелищность, и все растет. Вот в одном из последних интервью Вадим Финкельштейн также сказал, что, возможно, после завершения турнира, если будет возможность, получится организовать реванш с Вячеславом Василевским. Слышали ли об этом и что думаете, получится ли? Или еще? Я не думаю об этом бое вообще, потому что, не считаю нужным думать об этом бое, тем более о выигранном мной бое, да? Это Славе нужен реванш. Если он ему нужен, я ему с удовольствием его дам. Почему? Потому что. Вот так. Потому что он много разговаривает и, думаю, вот этим он выбить себе реванш, может быть. Александр, спасибо большое за интервью и, может быть, несколько слов болельщикам. Да, благодарю всех, кто поддерживает. Берегите себя, верьте в себя, живите трезво, и все у вас получится. Спасибо большое.